Всем привет, всем огромный привет от Диты из Канады. И сегодня мы с вами снова посетим магазин Uniqlo. И первым делом, на что мы наткнулись, вы помните этот красивый белый пиджак, который я примеряла в одном из своих влогов, и он тогда стоил $100, он очень мне понравился, он всем очень понравился, но вот сейчас они на сейле за $60, 59,90, и он есть в двух цветах, вот такой вот белый и такой коричнево-розоватый. Сейла вообще очень много было в Uniqlo, просто практически все, что было у них за полную цену, вышло на распродажу и появились новые товары. Вот эти брюки, которые стоили $40, они на сейле за $40, они мне очень понравились, заинтересовали, вернее так скажем. Вы знаете, я небольшой любитель брюк, но чем-то они меня привлекли, особенно вот этот вот цвет такой пыльной розы. Есть в них какой-то такой вайб, знаете, свободы, такой хиппи, они такие широкие, такие, знаете, совершенно клёшные, внизу широкие, сверху широкие, на резинке, я подозреваю, что они очень удобные. Интересно мне стало, я взяла их с собой в примерочную примерить. Мой влог из примерки я покажу вам в следующем видео, может быть не следующее, а через одно, потому что я решила не втыкать все в одно видео, потому что это получилось бы очень длинно. Так что не пропустите, чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал. И еще продолжают продаваться свитера у них, зимняя коллекция, по совсем дешевой, по $13. И вот эти юбки, опять же, я в одном из своих влогов примеряла такую юбку, по-моему, голубоватую, вот эту вот серо-голубую. Они тоже вышли на распродажу, а сейчас они стоят $19.90. И я по-прежнему продолжаю удивляться, какие красивые у них цвета. Юбки Инессы, которую тоже я примеряла в моем блоге, такую бежевую, помните? Они тоже вышли на распродажу, и сейчас они стоят $20. Стоили, по-моему, 40 или 45, если я не путаю, но я точно не помню. Так вот, сейчас они на распродаже, и вот приглянулась мне эта расцветочка чем-то, очень такой, знаете, свеженький ветерок, салатово-зелененький с оранжевым, очень-очень мило и симпатично. Это, кстати, юбка вот из тех же, которые вот шелковистые вот эти вот юбки, которые я одну из них примеряла, вот этот цвет мне очень понравился, мне кажется, я его в прошлый раз не видела. И вот интересно, как я обратила внимание, как просто, но красиво одет был манекен. Белая юбка, светлая, кремовая и черный, вернее, темно-синий свитер. Очень красиво. Мне очень понравилось это сочетание. Бесподобного цвета травяное платье. Это платье из коллаборации Uniqlo с Кристоф Ламер, по-моему, вот этот вот симпатичный бородатый дядечка. Эти платья тоже из той же коллаборации. Очень красивые цвета. Тот был такой травяной, это такой желтый, солнечный прямо цвет. И вот тот вот синий, следующий висит, тоже очень красивый. А это платье тоже на распродаже, это платья льняные. Uniqlo делает их каждый год. У меня есть такое платье терракотовое из льна. Сейчас, вот видите, у них есть такие бежевые цвета, темно-синий, такой серо-зеленоватый. Очень удобное платье, я носила его летом. Действительно, в нем не жарко, в нем хорошо, просторно, удобно. Это уже новая коллекция, это платье комбинации. Слип-дресс, как они называются еще, и очень интересные цвета, но вот есть такой базовый бежевый, а есть два синих цвета, посмотрите, какие приятные цвета, один такой темно-синий, глубокий темно-синий, и вот этот вот такой васильковый цвет, очень красивый цвет, по-моему, это платье очень универсальное, очень неплохо, в общем-то, можно его стилизовать в любой образ. Это тоже новые юбки из новой коллекции. Они немножко повторяют юбки от Инессы, только Инессины юбки в цветочек, такие цветные, а эти однотонные, но тоже вот такой вот сжатый ситец, резинка на талии, в общем, немножко повторяют они свои фасоны. Эти два тренча, вот один из них справа, который я тоже примеряла в одном из своих влогов, он мне очень понравился, он очень интересный. Я все-таки думаю как-то с ним поработать. Неимоверное количество льняных рубашек в Uniqlo. Это тоже новая коллекция. Потрясающие цвета. Посмотрите, какие цвета. Бесподобный красно-оранжевый.
очень насыщенный такой розовый цвет, и лиловый, сиреневый, и вот этот вот приятный, очень приятный голубой, нежный такой, красивый голубой цвет. Много разных цветов. Это тоже, по-моему, хлопчатобумажные рубашки. Тоже, видите, очень разных цветов, интересных цветов, красивых, я бы сказала, цветов. Единственное, что фасон этот как-то немножко, ну, такой не мое. Стоят они $29. Ну, в общем-то, если кому нравится, то вполне-вполне неплохая покупка была бы. И снова я вернулась к этим льняным рубашкам. Они стоят $40, $39.90. И посмотрите, какие цвета. Ну вот, что называется, не проходите мимо. Вообще, Uniqlo делает очень красивые цвета. Базовые фасоны, но цвета у них, конечно, достойны всяких похвал. Вот эти вот платья я тоже когда-то примеряла. Оно стоило $20. Я почему-то прошла мимо. Потому что я помню, что когда я мерила это платье, оно на мне очень красиво сидело. И не знаю, ну, в общем, я была перед самым закрытием на локдаун магазинов, их там было много, поэтому я надеюсь, что когда я вернусь после локдауна, возможно, они еще будут висеть, их еще не раскупят, ну, в общем, посмотрим. Появилась новая коллекция белья в Uniqlo. Слушайте, может быть, я не помню, но мне кажется, что раньше в Uniqlo все белье было такое бесшовное, такое очень базовых цветов, без всяких кружев, без всего вот этого. А сейчас появились такие красивые кружевные трусики, посмотрите, разных цветов, красивых очень. Есть такого нежного цвета, розовые, бежевые, есть яркий, такой ярко-малиновый. И бюстгальтеры к ним в цвет тоже подходящие, чтобы можно было сделать комплект. Очень интересно, очень красиво. И опять же, я повторюсь, может быть, я путаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, раньше в Uniqlo белье было какого-то немножко другого фасона. Ну, оно до сих пор продается другого фасона, но вот это вот что-то новенькое, по-моему. Еще что-то новенькое, но, может быть, опять же, это я не замечала. Постельное белье появилось в Uniqlo. Может быть, это у нас в Канаде его раньше не было. Очень на ощупь, просто потрясающе, такого приятного качества, так приятное, такое приятное на ощупь, заинтересовало меня оно, но я вам хочу сказать, что $100, в принципе, это не так уж и мало, я бы сказала, что даже много. И вот, очень интересные, симпатичные такие топики, знаете, на шлечках, как будто бы нижний топик, в принципе, его можно носить как нижний, можно носить как домашнюю одежду, можно носить под что-то, под пиджак, под свитер, под какую-то блузку, под рубашку такую на пуговицах. И они есть двух видов, есть с таким широким, видите, кружевом, и есть такое с таким на шлейках, с таким тоненьким кружевом у горловины, отделкой. Очень красивые, очень симпатичные цвета, всего лишь по $10, и вот снова бесподобный цвет лаванды, который вообще в этом году рулит везде и всюду. Вот такой короткий обзор. Девочки, на этом все. Буду с вами прощаться. Не забудьте обязательно на меня подписаться, чтобы не пропустить мои следующие видео-примеры. Люблю, целую, ваша Дита. Пока-пока, бай!